В Якутске презентовали сборник произведений Чингиза Айтматова «Белый дождь». В него вошли работы писателя, переведенные на якутский язык. Церемония прошла в музее имени Аюнского в рамках Дней литературы и искусства Кыргызской республики в Якутии. Над переводом сборника трудились Николай Кондаков, Дмитрий Кириллин, Василий Гольдеров и Петр Афанасьев. На этой же церемонии презентовали и сборник переводов других кыргызских писателей, также на якутский язык. Работа над ним заняла полгода. Я не припоминаю, что у нас есть какие-то другие аналогичные проекты, мероприятия с другими регионами России, поэтому как минимум это должно свидетельствовать о том, что наша общественность, наша интеллигенция, она очень серьезно настроена на сотрудничество со своими якутскими коллегами.